посольство Великобритании, где длинный сквер, скамейки и фонтан, на первые курсантские свидания я приходил прекрасно юный пьян. Без памятника живопису Репину скамеечка стояла в темноте. Волнительней, не помню, нелепее свиданий в жизни, чем свидания те. Московская, холодная, холёная девчонка издевалась надо мной, чтоб через час прикинуться влюблённою перед казарменною проходной. Ей нравилось, наверное, многолюдие, хмельные голоса со всех сторон. Эй, девочка, с какой ты киностудии, братан, отдай ее в наш батальон. Не знаю я, с какой ты киностудии, отдам тебя в соседний батальон. Тогда со страстью, будто в самом делешной, она приподнималась на носки, закидывая на мою шинелишку две белых горностаевых руки, и прижималась бедрами упругими, и что-то обнимала бы и целовала в губы, не стыдясь, чтобы юнцы военные с подругами завидовали, видя нашу связь. Я иногда хожу за Москворечье, сажусь на ту скамью, когда пуста, и вспоминаю, будто помнить нечего ее перед казармою уста. И вспоминаю, что ж мне вспомнить нечего ее перед казармою уста.